Ребят, всем привет, Риолинда, Калифорния, 10 июля 2020. Ну, вот у нас созрели поздние персики и еще одно из наших деревьев. Еще позже есть у нас сорт. Там еще зеленые, даже, по-моему, даже два дерева еще у нас. Ну вот, во-первых, сам персик, посмотрите, какой величины. Огромнейший. А второе, ребят, ну вот опять вот посмотрите величину косточки по отношению к мякоти. Ну это фантастика просто. Это вот опять фантастическая селекционная работа. Сейчас вот хочу отделить косточку. Он чуть-чуть не доспел. Так у него кость отделяется очень легко. Ну вот я ножом разрезал, видите, он открылся. Это я уже тут пальцами ковырял. Видите, вот какая маленькая косточка. Малюсенькая. Очень вкусная мякоть, очень-очень вкусный персик. Шикарный. И я говорю, еще удивляюсь вот работы селекционеров американских. Это просто фантастика. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Бай-бай.